Сводка новостей с пляжа Любимовка. Сегодня праздник 2 мая. Ну что я вам скажу. Речка пока как бежала, так и бежит. Но сегодня делать именно те мероприятия, которые способствуют тому, чтобы русло вернулось прежнее свое, которое было у нее. Фу, я немножко запишался, бежал, потому что мне позвонили, говорят, идут работы. Сейчас я покажу, какие работы идут. Вот, видите, прорывается в пляже русло реки. Я сейчас подойду поближе, покажу, где обычно речка уходит в море. А тут речка, скорее всего, будет перекрыта. Вот так с помощью экскаватора на пляже Любимовка 2 пытаются вернуть устье реки Бельбек в ее историческое русло. Это я вам привет передаю, снимаю, так вот я работаю. Сейчас я покажу более подробно видеосъемку, что происходило, как происходило и чего достигли. Вот вкратце вам, мои друзья меня засняли, показываю вам. Как обычно, у нас не первый раз прорывают речки выход в море прямой, иначе весь пляж будет изуродован. Вот так вот. Сейчас они здесь перекроют то, что вдоль берега было. А потом штормом это потихонечку все выровняет здесь пляж. А сейчас сюда вот будет отсыпать, закрывать здесь. Вода пойдет в море, и она, соответственно, сама промоет дальше. И главное дать направление. Только раньше делали не здесь проход делали, а вот там вот наши делали тоже проход, чуть дальше. А там вот пляж равняли для того, чтобы дол радость детям можно было идти к морю. Вот так река Бельбек выносит сюда в устье всякую гадость, собирая с берегов. Очень много всего того, что брошено на берегах, приходит сюда. И вот сейчас происходит процесс перекрытия речки туда, чтобы она повернулась и пошла опять в море раньше, как раньше ходила. Ну, немножко не раньше было. Раньше она выходила в море вот здесь. Я вам показывал много раз. Вот где экскаватор работает. Вот здесь речка ходила в море. Что он тут будет делать, я не знаю. Но я бы выкопал здесь, конечно, место туда выход в море. Было бы отлично. Но они пока там выкопали, вот там. Речку перекроют, тогда она поднимется уровень здесь внизу, и она будет вымывать все туда в море. Пока ситуация такая. Смотрим, наблюдаем, любуемся. Примерно раз в 5 лет они делают такой проход. Иначе речка уродует весь берег. А скоро лето, а скоро пляж, а скоро солнышко. Ой, как хорошо будет. Все устья реки, все вот сюда вот. Вот сюда вот все. Весь этот мусор. Вот смотрите, какой берег намело, да? Этот остров посуществовал здесь, надо месяцев 5, наверное. Вот так его. Сейчас, когда уровень воды поднимется, то этот остров размоет. И вода себя пойдет туда, вот в море, где люди находятся. Пойдем туда смотреть. Момент перекрытия речки. Ну вот, ребята, дело еще не подошло к концу. Промежуточная съемка. Зрители все уже убежали, уже все знают, чем это закончится. Но мы-то не уходим, мы не можем уйти просто так. Итак, мы приближаемся к финальной стадии. Но это еще не финал. Еще таких вот 5-6 надо сделать, чтобы перекрыть нормально, чтобы вода не размывала. Вода будет подниматься уровень. Так,
Это у нас человек. Человек роет новое русло лопатой. А мы смеемся. Кто быстрее вырыет? Нет, он быстрее не вырыет. Так, друзья, нужно срочно поднимать. Поднимать. Дальше не успевай, будет размывать. Не надо дальше. Еще песку надо засыпать. Не выдержит такая мелкая плотина. Надо больше. И выше. А то ее сразу размывает, вон, видите, размывает. Вот так, пока так засыпает, а молодой человек выкопал какую-то рожжу, видите? Героев знает это в лицо. Я стою в тростнике. Так, убираем его. Нас сейчас интересует не авиация, нас интересует пляж. Не только нас, но и наших друзей. Они постоянно нам пишут, говорят, почему, Николай, такая вот у нас территория на пляже, где мы будем купаться? Всех успокаивал, сказал, к вашему приезду пляж будет нормальный, не переживайте. Мы смотрим, договоримся, оно зачистит его, все будет нормально. Но это мы помогаем морю, чтобы подвернуть речку, бельвичку в море раньше, а не по всему пляжу, чтобы шла. Так. Я же присутствую при финальной стадии. Неужели не хватит, а? Ну еще чуть-чуть. Да.
Сейчас с края возьмет. Ну, ну, ну. Не хватило два ковша, да? Да не надо рыть, давай еще визиков. Все, визиков еще, вези. Не один. Нет. Нет, цель не достигнута. Так, работа пока остановилась. Будет подключать экскаватор еще. С одной стороны экскаватор, с другой стороны будет этот грейдер. Будет мешать глину с песком. Тогда закроется. Ну а здесь мы сами видим. Картина Репина. Как я предполагал, только два трактора с обоих сторон, чтобы с одной стороны глина, с другой стороны песок. Тогда быстрее закроют. Закрыли. Идем смотреть. Вот это было правильное решение, мы тут обсуждали. Но только с помощью глины и песка тогда можно перекрыть полностью. А иначе он кидает песок, он в нем вымывает все и уходит. Вот уже уровень поднялся, уже видите вода. Все перекрылось движение. Еще песок с глиной кидает сюда, и она стоит, постоит. Все, завернули. Вода поднялась, теперь опять остров поднялся, появился. Ну а теперь выбираемся оттуда. Слава богу, свой ковш есть, можно на себя тянуть и выходить. Пошло бурным потоком туда. Хорошо в глину сел. А выползет все равно. Идет смена прокладки. Эх, красиво летит, а? Нашинский. А мы продолжаем выползать. Thank you.
перехват ковшом надо, блин, не пойдет. Сейчас выталкивает себя. Готово. Сейчас досыпем на нее, прокатится по ней, проедет разочек. И все будет отлично. А мы сейчас пройдем по высохшему русу реки, как у нас говорят. Плотина есть до пруда. Теперь можно пройти по руслу реки и посмотреть, какой там высоты берег. Итак, друзья, подводим черту проделанной работе. Теперь нам ждем небольшого шторма, чтобы вот весь этот песок, который там находится, загнал сюда в это русло. Ну так, не получится 100%. На это надо года два, судя по опыту. И лучше всего, когда зимние шторма. Потому что 5 лет практически ничего не делалось. Посмотрим, как природа восстановит красивый свой берег. Пляжа Любимовка. Ну а пока у нас существует такое вот маленькое русло, которое однозначно его замылит. И мы это увидим. То есть я вам это покажу, а вы это увидите, когда это произойдет. Сегодня ситуация вот такая. 2 мая 2022 года. А, ну еще могу немножко пройти по руслу реки внизу, показать, какой высоты берег. Сколько песка было и сколько его унесло. Какая высота берега? Это 1,60 м. Где-то 2 метра держу. Вот такой уровень песка здесь вот. Было насыпано морем. Вот высота берега возле вышки, ну не 2 метра, а 2,20 минимум. На этом действительно все. Закончен наш репортаж с пляжа Любимовка 2. О том, как перекрывали русло реки, чтобы восстановить пляж.